Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор Гермай Плюс порошок. Гермай Плюс представляет собой гигроскопический белый порошок мелкокристаллической структуры с отличной растворимостью в воде. Химический состав таков: мочевина, пропилен бутиликарбамат. Рекомендуемая концентрация в жидком форме от 0,1 до 0,5%. Отмечается хорошая сочетаемость с неионными и протеиновыми компонентами. Параметры эффективности таковы: дрожжи, плесень. Противопоказания: исключить применение в косметике для губ и средствах для губ в целом. При длительном хранении Гермай Плюс может подвергаться слеживанию, что никак не влияет на его качественные характеристики. Порошкообразный Гермай Плюс прекрасно зарекомендовал себя как удобный и безопасный применение консервант с широкими возможностями антимикробного механизма воздействия, гарантирующий безопасность косметического средства и продлевающий срок его действия. Данный консервант особенно востребован при приготовлении домашних косметических пенно-моющих средств с большим процентом водных баз. По причине термоустойчивости консервант Гермай Плюс следует вводить на завершающем этапе приготовления. Косметическое применение таково: пена для ванны, гели для душа, шампунь, кондиционеры, пигментные средства, красители, эмульсии, вода в масле и наоборот, декоративная косметика, кремы и лосьоны. Вот в таком пакетике мы отправляем Гермай Плюс нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!